Это уже 9-й автомобиль «Соболь», который дилерский центр «ГАЗ» совместно с организацией «Содействие» отправляют в зону проведения специальной военной операции. Организаторы уверяют, что до конца года таких автомобилей будет немало. Полный бак. Машина прошла ТО. Военные грузят в Соболей запасную резину и говорят спасибо тем, кто думает о наших парнях. Автомобили отправятся ближайшим эшелоном. Запланировано на следующей неделе. Данные автомобили будут отправляться туда нашим ребятам. Потребность большая, нужна. Данные автомобили в случае чего большой проходимости для поставки продуктов, боеприпасов, перевозки личного состава, вынос раненых и так далее с боевых действий. Две машины закупили благодаря организации «Содействие», которая с начала СВО занимается вопросами поставки на передовую технику и всего необходимого обмундирования. Надеемся, что эти машины выполнят свою боевую задачу, послужат нашим парням. Все они прошли соответствующее техническое дополнительное обслуживание у дилера и доукомплектованы запасным комплектом грязевой резины. Ближайшим эшелоном «Соболи» отправятся на линию фронта, а «Содействие» уже собирает средства на новую партию для бойцов. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.